Здравствуйте, я Наталья Пельтюкова, владелица торговой марки «Аркада Гранд». Сегодня в этом видео я расскажу о применении налоговой скидки для предпринимателей. Сначала определимся с понятиями, что такое налоговая скидка. Главное управление ГФС обращает внимание, что налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, это документально подтвержденная сумма, стоимость расходов налогоплательщика, резидента в связи с приобретением товаров, работ, услуг у резидента физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы в случаях, определенных налоговым кодексом, а именно статьей 14. Заработная плата – это основная и дополнительная заработные платы, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются, предоставляются плательщику налога в связи с отношениями трудового найма согласно закону. Порядок применения налоговой скидки предусмотрен статьей 166 Налогового кодекса Украины. Согласно пункту 166.4.2 статьи 166 Налогового кодекса предусмотрено, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода налогоплательщика, начисленного как заработная плата, уменьшенная с учетом положения пункта 164.6 Налогового кодекса Украины. Так вернемся же к нашему основному вопросу. Имеет ли право на налоговую скидку предприниматель, который одновременно с этим является также и чьим-то наемным лицом? Да, имеет, но исключительно к доходам, полученным в течение года в виде заработной платы. Надеюсь, эта маленькая консультация была вам полезна. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. С вами была Наталья Левтюкова. До новых встреч!